Активисты Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» приняли участие в третьем областном фестивале приемных семей, который прошел в парке культуры, спорта и отдыха. С приветственной речью к участникам фестиваля обратилась первый заместитель председателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина. Парламентария отметила, что помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, партия оказывает в рамках проекта «Крепкая семья».